Уважаемые дамы и господа, вы решили приобрести сумку-тележку, смотрите вот на эту модель и не знаете, приобретать ее или не приобретать. Я вам скажу, по 10-бальной оценке эта сумка-тележка на 9 баллов стабильна. Один из самых главных плюсов – это ее колеса. Посмотрите внимательно. Здесь металлический обод внутри, а значит, он не разбивается и не ломается вообще. Снаружи здесь резина, как автомобильная резина. Так что будет очень качественно и долгосрочно вам служить, я вас уверяю. Во-вторых, здесь идет цельная рама. А это значит, что если была бы складная, то, возможно, она бы иногда бы складывалась. А здесь она цельная. И значит, вы можете положить любую нагрузку, и она не прогнется вниз, без вариантов. В-третьих, это сама сумка. Сумка состоит из высокопрочного материала. Внутренняя часть материала, как тентовое покрытие, как клееночка, водонепроницаемая. В общем-то, и снаружи тоже она водонепроницаемая. Закрывается, затягивается она на шнурочек. И потом фиксируется вот такой пимпочкой. Вот. Закрывается сверху, и все, отлично, лепесток лег, дождик вам сюда не попадает. Рукоятка, вот так вот идет сама рама цельная, вот здесь вот идет рама. Вот пластик высокопрочный, если даже что-то случится, сломается, вы можете открутить вот эти саморезики, вот, и поменять эту рукоятку. Найти ее можно свободно везде в интернете. Далее. Один из самых главных плюсов, вот эта вот бутыль 19,5 литров. Вы думаете, что она сюда не войдет? Она входит сюда свободно. Посмотрите внимательно. Видели? Опачки. И я ростом 1,90 м, как вы видите сами. Мне очень комфортно передвигаться с этой сумкой-тележкой. Некоторые говорят, что она на рост 1,65 м. Это обман. Не верьте, пожалуйста, в комментариях разводнику. Вот я 1,90 м передвигаюсь с этой сумкой тележкой свободно. Если даже вы решили убрать эту сумку, вы отстегиваете вот эту вот липучку и поднимаете вверх эту сумку. Все, вот она, отдельная сумка. Вы берете вот эту раму, ставите сюда бутылку, например, на даче, и просто точно так же передвигаете с этой бутылкой. Вообще, можно бревно положить, можно коробку положить. Все, что угодно можно положить, и нет никаких проблем. Вообще, комфорт, согласитесь? Идеальнейший вариант, можно так сказать, универсальная двойная. Опять нужно поставить вам сумку. Вы берете, одеваете ее вот сюда, вот чик, опачки вниз, и застегиваете вот эту липучку. Все. Кстати, здесь находится кармашек. Для того, чтобы положить, он такой огромнейший, формат А4, вот на всю эту площадь. Положить можно все, что угодно. Вплоть до того, что даже всунуть бутылку с водичкой. Вот, кошелечек, денежки и так далее. Так что, если вы решили приобрести сумку-тележку, смотрите на эту модель. Кстати, не обращайте внимания, что это цвета чистый гобелен. Она может быть и других цветовых гамм в нашем магазине. Вот, то... Я вам рекомендую, не пожалеете, я вас 100% уверяю. Сумка-тележка одна из самых лучших вообще в продаже всех сумок-тележек. Высшая тема, серьезно говорю. Кстати, она легкая, ну, за счет металлических колес немножечко тяжелее, чем пластмассовые колеса. Но пластмассовые колеса быстро разваливаются, вот, служат в 10-кратных, а то... кратных разах меньше, чем металлические колеса. А это такие крепкие колеса, что можно брать сумку, да, лупануть, и колеса будут стоять на месте, и никаких проблем вообще не будет. Если вам нужна именно такая сумка, которую вы на данный момент вы видите по формату, мы никогда в жизни не обманываем. Ссылочка на эту сумку находится внизу в описании под этим видео. Всем здоровья, уважаемые!